Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – дороги Миколаївщини. За повідомленням служби автомобільних доріг у Кіровоградській області, на трасі державного значення Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв на ділянках реконструкції дороги в бік Миколаївської області дорожники завершують роботи з благоустрою. А що робиться на трасі Н-14 з Миколаївського боку? Які ділянки доріг Миколаївщини потребують негайного ремонту і коли їх відремонтують, дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя в студії. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника служби автомобільних доріг Владислав Невеселий. Владислав, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Спасибі, що ви знайшли час прийти до нас. Отже, з боку Кропивницького ремонтні роботи на трасі Н-14 вже завершені. Зараз проводяться роботи з благоустрою. Яка ситуація на Миколаївській частині? Що саме робиться? Значить, на даному етапі, ну, там не всі роботи завершені, виходить, на наступний рік буде ще ряд робот. Взагалі, в пріоритеті у нас Н-14, є ще траса Н-11, да? Ну, ще ряд дорог. Будемо так говорити, в наступному році ми плануємо повністю завершити ремонт даних, ну, візьмемо двох участків, Н-14 і Н-11, да. Получається, там по некоторим договорам, ну, завершення ремонту повинно там завершитися там в 22-му році, будемо говорити, но задача буде стояти перед підрядчиками, вони вже предупреждені мною, що ми в наступному році повинні їх завершити. Я таку, будемо говорити, поставив себе планку, знаєте, для того, щоб, ну, от, будемо всі сили прилаживать, я со своей стороны как руководитель, да, они со своей стороны как подрядчики, для того, чтобы мы одной командой смогли все-таки за год завершить данный ремонт. Какие дороги, будем говорить так, нужны, ну, нуждаются в ремонте, ну, это даже такой вопрос, наверное, мне кажется, большинство дорог, практически все. Я вот даже сегодня, кажется, я живу как в Вознесенске, да, езжу время от времени, мне вот вчера буквально я ехал, и стояло 5 машин в тумане с аварийками, вот буквально от Николаева только до Новой Одессы, да, и мне стыдно, например, было ехать и наблюдать такую картину, однозначно сегодня. А почему они стояли? Ну, потому что они бьются об ямы. Они бьются об ямы, гнут диски. Я скажу, признаюсь даже честно, я стоял, на, как говорится, на коленях и участвовал в таком же движении, как и они, на своей машине. Сегодня срочным образом мы послали людей, которые заделали самые болючие ямы, которые, наверное, есть у той стороны, назовем так, это Южноукраинский 1 мая, там возле моста, это, там и автобусы попадали, все, что хочешь, две такие аварийные ямы. Ну и множество других мы заделали. Вообще, придя в службу, давайте начнем с того, что я пришел, мне сказали, что вообще как бы возможности нет, денег нет. Это вот неделю назад было, все, как бы все пропало. То есть відразу вам озвучили задачу, так, что ничего не было. Ну, это как, ну, я когда пришел, да, начал общаться, будем говорить, с некоторыми людьми из коллектива, они говорят, ну все, это вот конец года, все. Мы сели, моей командой небольшой, будем говорить, да, сели, углубились в цифры, нашли эти возможности. Получается, сейчас мы проводим ремонт же, который на мосту перед Новой Одессой, тоже болючая тема, наверное, всех, кто там, наверное, проезжал, это все это знают. Нашли мы эту возможность, я очень этому доволен. Потом Зайчевский мост, который полгода был вообще раскрытый, и будем говорить, даже больше, наверное, чем полгода, его просто раскрыли и оставили в таком состоянии, что нельзя вообще категорически делать. Это, ну, нельзя так делать. За зиму ему было бы уже... Короче, он был бы еще в худшем состоянии. Да, 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 не должно так быть. Значит, мы его тоже сейчас накрываем, нашли возможность. Поворот на Херсон, это углубление, такие овраги уже там, наверное, если вы видели, это с Николаевской трассы, я имею в виду, с Н-24, поворота Херсона объездная, тоже этот овраг мы уберем. Ну вот стараемся, будем говорить, всеми силами. Это то, что мы так нашкребли, и что мы, будем говорить, сможем сделать. Ну, вот, как бы. За повідомлення прес-служби автомобільних доріг у Миколаївській області від 17 грудня підрядні організації закінчують ремонт мостів. Ви зазначили зараз про мости в селах Осіяцька та Водяно-Лорино. Чи завершені роботи на мостах? Там ще будуть, ні, будуть вестись роботи. В принципі, повне завершення всіх процесів буде в наступному році. Це ремонт невеликих відрізків траси? Ні, будуть, виходить, у нас, ну, я буду, якщо можна говорити, Н-11, Н-4, ну, будемо брати, да, дві траси. Ні, там будуть, і, в принципі, і великі участки, і будуть, буде робитися, наприклад, там об'їзна вокруг
у нас баштанки. Есть проблемы сейчас там немножко с землей, будем говорить, но мы их сейчас решаем для того, чтобы в ускоренном темпе все-таки, а как я говорю. Самые? Ну там получается земля, ее надо выкупать, она чья-то, ну и такая, знаете, такой момент, как бы, и ее не хотят вроде бы, насколько я, ну это как я вот сейчас углубился в процесс, да, в этот короткий промежуток, ее не хотят вроде бы отдавать, но мы сейчас думаем, как либо обойти этот процесс. Тобто дорога проходить по власній землі? Да, 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 она там получается объездная, она цепляет, немножечко там цепляет, будем говорить, землю там определенных там кого-то там людей. Но мы решили сейчас, в этот момент мы смотрим, как можно будет изменить, возможно, проект, возможно, мы сделаем, например, там есть короче, технология, как можно уменьшить сам радиус действия вот данного участка. А чи планується у 2020 році зробити капітальний ремонт траси Н-14? Да, я же Н-14 і Н-11 ми в моїх планах закінчити. А скажіть, будь ласка, да. Владислав, в Миколаївській області скільки доріг державного значення проходить через Миколаївську область? Н-14, он Н-11, ну, дві головні. Н-14, Н-11, потім виходить у нас Н-24, Н-24, который идет, как бы, да, так, це теж да. Дорога державного да. значення. Так, так, так. А які з цих доріг у найгіршому стані? Ну, частично, ну, вот я вам так скажу, частично, получается, Н-14, Н-11, они были в состоянии, у них было очень плачевное, однозначно, как бы, да, частично мы их, ну, как, так как документация, ну, и сами работы проводились отрезками, будем говорить, да, то определенные отрезки уже сделаны, следующие отрезки мы завершим в следующем году по плану. Н-24, я планирую, думаю, может быть, где-то к лету мы попробуем начать уже делать документацию. Это тоже будет отрезками, тоже будем приводить ее в порядок. Потому что она уже вся в латках. Она постоянно уже, в принципе, сейчас выбивается. И уже много там колейность появилась. Ну и вообще, я вам скажу, даже в моих планах не просто отремонтировать дорогу. Знаете, я еще так... Побудувати нові дороги? Мысли, ну, во-первых, отремонтировать. Может, где-то построить, может, возможно, какой-то участок нужно будет построить полностью, начать самого-самого вообще с нуля. Какие-то, может, требуют более, ну, более легкого, будем говорить, да, ремонта. Я имею в виду в плане того, что, например, нужно еще дорогу, помимо того, что она должна гладкая, вокруг нее должно быть, да, как бы ему говорить, должно быть чисто, должно быть все ухожено, должны стоять правильные знаки. Я имею в виду, да, я хотел бы, например, видеть знаки, там, светящиеся знаки. Вот, например, сейчас даже в тумане они наибольше себя показывают. Ты едешь через Новую Одессу, приятно, ты прям видишь, ни один знак ты не видишь, как светящийся, где идет человечек, например, да. Ну и вот много-много таких моментов. Я бы хотел бы, вроде бы, если все хорошо будет, в следующем году получится поставить автоматические комплексы, которые на, например, ту же трассу попробовать Н-11-14, если позволить финансирование, не комплекс, где фуры выстраиваются и заезжают, например, которые могли бы проезжать автоматически, и с них бы, ну, вы поняли, считывалась нагрузка. Но много таких уже новых вещей классных, да, посмотреть, обратить внимание на остановки, обратить внимание на туалеты. Ну, для того, чтобы вот человек въезжал в нашу область, чтобы убрать вот этот момент, знаете, темного пятна, чтобы вот заехали и сказали, йоу, класс, глянь, как там это, раз зашли там, например, там, раз там остановка, люди вышли, не стоят, как я вот там ехал, иногда, ну, так езжу иногда, вот зима, например, они все кучкой вот так вот стоят, у них даже нету остановки, вот они выходят из села, и они сбиваются все вот так вот в кучу и стоят друг с другом. На трассе стоят. Да, на трассе. И ждут автобуса. Ну, я вот буду, помимо дорог, я имею в виду, помимо вот именно качества, которое я буду контролировать, я, конечно же, и буду уделять этому внимание тоже. Ось ви зараз зазначили дуже важливу фразу, якщо дозволить фінансування, а де брати гроші? Ну, на будущий год, будем говорить, у нас запланировано, ну, наверное, я не знаю, в истории или как, наверное, большое финансирование по плану. И, по идее, нам на данные проекты должно быть достаточно закончить Н-11, Н-14, я имею в виду, типа плану. То есть вы уже разрахували, что грошей, которые вам будут наданы, их выстачить для того, чтобы завершить не лише ремонт, а и как покращити стан доріг. Да. И мы тут единственное, что, конечно, мы будем работать над тем, с подрядчиками, для того, чтобы они все-таки у нас и шли согласно графика. Потому что сейчас, на данном этапе, я заметил, не всегда придерживались они графика. Ну, и, скорее всего, я так понимаю, он, скорее всего, не контролировался. То сейчас мы будем ставить четкую задачу и будет четкое требование. Так как и, например, там, требования по качеству дорог, да, как бы на данном этапе, вот мы сегодня буквально подписывали уже первые документы на претензионную работу, качеству, которая была сделана, где есть гарантийные договора, вот на ПН-24, например, там есть
все, кто там ездит, они все прекрасно знают. Она вся, получается, выдавлена, вся потекла. Вот буквально тот ремонт, который делался в прошлом году, сейчас будет вестись претензионная работа. И мы будем, конечно же, требовать качества. Все подрядчики уже предупреждены в этом. Они понимают, что будет теперь по-другому, будет все четко, будет требуется качество и тому подобное. В принципе, я, как говорится, озвучил, чтобы было все честно, что будет вот так. Тобто ви змусили їх хвилюватися? Я не знаю. Ні, ну чого, наверное, я думаю, просто придерживаться нормального правила, будем говорить, укладки асфальта, вообще, как бы, всей работы, как бы, просто придерживаться правил. Потому что сейчас на те дороги, которые некоторые мы выезжали, как бы, ну, у меня сразу возникали, будем говорить, претензии. И, ну, в некоторых моментах мы даже остановили работу. В некоторых моментах те акты, которые приносили, я половину буквально урезал и сказал, за это мы платить не будем. Все пошло, вот так, ну, в принципе, всегда будем говорить и будет. Все. Заступник начальника служби автодоріг Миколаївської області Михайло Ганич в коментарі телеканалу «1+1» 12 листопада сказав, що на повноцінний ремонт траси Н-14 потрібно приблизно 1 600 000 гривень. Це актуальний кошторис? Я думаю, що буде пересчитуватися. Мы будем сейчас полностью, я всю документацию, которая была до этого, мы хотим ее все пересмотреть, посмотреть, как она задокументирована, что туда внесено, по каким раз, я для себя хочу понять, как этот момент, будем говорить, происходил, и что они туда непосредственно включали. Включены ли, например, там те моменты, о которых я вам сейчас говорил, да, как я вижу, например, дорогу, потому что у меня вот свое видение. Я хочу видеть чисто, я хочу видеть вот эти вот, например, там, да, остановку, я хочу туалет, чтобы был нормальный, а не то, что вот как и люди заезжают. Ну, хочу, чтобы гости, ну, как жители, и даже гости заезжали, и у них, знаете, было, вот удивление. Вот у меня вот такая вот, будем говорить, даже мечта, знаете, чтобы вот довести. За год я, конечно, этого возможно, ну, невозможно, за год я этого может, не смогу прямо показать вот так, чтобы все это. Но я уверен, что, вот почувствуют люди, что многое изменилось. Потому что у меня команда, все настроены бойко. Я знаю, что будет тяжело, но бойко на работу очень. Сьогодні Федір Бондар побував на двох ділянках доріг, де ведуться ремонтні роботи. І ми пропонуємо його матеріал. Будь ласка. Дільницю автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зі 118 по 159 кілометр ремонтують фахівці приватного акціонерного товариства «Броварське шляхово-будівельне управління номер 50». Роботи розпочали у понеділок 16 грудня. Ми почали з самих важких ділянок, непроїзних ділянок, доріг, щоб для водіїв був комфорт, щоб можна було їх проїхати. Одна з проблемних ділянок – покриття на мостовому переході через річку Інгул біля селища Зайчівське Вітовського району. 42 працівники виконують роботи. Зарізання швів, очистка покриття від пилу та бруду і розлив бітумної емульсії. Через годинку десь плануємо укладати верхній шар асфальтобетонної суміші. Юрій Чайка говорить, якщо триматиметься досить тепла погода, за місяць впораються з усім відрізком траси. На ділянці дороги Н-24 Благовіщенськ-Миколаїв 184-185 кілометр ремонтні роботи ведуть працівники миколаївського підприємства ТОВ «Кайсер». Це аварійно-небезпечна ділянка на виїзді з міста Нова Одеса. На цій ділянці, оскільки вона є проблемною, проблема її полягає в тому, що йде водонасичення земляного полотна, тобто дорожнього одягу. Постійно йде підживлення з боку водойми, яка поруч знаходиться. Також є проблема в конструктиві, котрий від початку був закладений при будівництві даного відрізку дороги, тобто повної відсутності щебеневих матеріалів. Дмитро Басистий розповів, що роботи проводяться на площі 800 квадратних метрів, тому тендер для ремонту цієї ділянки не проводився. Його підприємство виступає в якості субпідрядника. На даному етапі облаштовують дренажні відводи для води, замінюють проблемні дефектні ділянки, вибирають матеріал, який був під дорожнім покриттям. Далі здійснюють пошарове ущільнення цього матеріалу, робоча глибина шарів 60-70 см. Останнім шаром вкладатимуть піщано-щебеневу суміш. На даному етапі прийшли
На даному етапі прийшли до висновку, що перекривати дану ділянку твердим асфальтопокриттям не будемо. Ця ділянка залишиться під постійним моніторингом. Тобто, якщо у випадку якихось виявлення дефектів, буде проводитись профілювання з доповненням, з додаванням цього ж матеріалу, який був використаний, а із закінченням зимового періоду взятися за даний об'єкт. Тобто, на даному етапі у нас завдання – це забезпечити безпечний проїзд транспортних засобів. Після закінчення зимового періоду перейти до капітального ремонту даної ділянки дороги. На цій ділянці роботи також розпочали у понеділок 16 грудня. До середи наступного тижня, 25 грудня, планують завершити. Це тема дня, і Владислав Невесело у нас сьогодні в студії. Владислав, будь ласка, щойно ми подивились матеріал моєго колеги Федіра Бондара. Ваш коментар з приводу цього матеріалу. Ну, підрядники вже, пані, говорить, так прокоментували. Да, на самом деле дорога, которая проходит, ну, перед мостом, то, что мы делали проезжаемость, ну, там под низом, будем так назовем, так ничего нет. Когда копали, я, в принципе, тоже это мониторю, мне всегда сбрасывали и видео, и все. Я, в принципе, каждый шаг, будем говорить, видео, там потом приезжал туда, и под низом практически была вода. Там плавуны, там нету основания. Как бы ту дорогу сейчас, если брать, закладывать, ну, я имею в виду, стелить асфальт, это просто неразумно, это деньги в никуда, будем говорить. Соответственно, мы решили сделать проезжаемость щебнем, ну, то, что, в принципе, тем шаром, который рассказали. И если в будущем, понятно, что, скорее всего, будет он выбиваться, но он не будет держать, он будет, будем говорить, где-то тонуть, где-то, знаете, будет его выводить, то мы будем заново будем подсыпать просто и будем ее поддерживать пока мисс до весны вот в таком состоянии. Ну и по мосту, я уже говорил ранее, мост однозначно нужно было перекрывать, потому что, ну, это была беда. Как бы, ну вот, нашли эту возможность. И, кстати, на мосту мы делали специально, мы сняли не так, как делают раньше, знаете, приезжают, например, там постелили асфальт, где-то ямы появились, они еще постелили, и на мосту начинается, да, появляться такой, ну, такой, будем говорить, вес, да, большой, то мы, конечно же, убрали максимально, сколько мы смогли, и столько же положили асфальту для того, чтобы его не перегружать и не делать на него лишний вес. А скажіть, будь ласка, наскільки якісним буде ремонт доріг? Чи не забагато вологи? Зараз дуже тумани постійно. Не заважає це? Ні, це все ми перевіряємо, це все, в принципі, перевіряється. Зараз воно йде під контролем. І та дорога, де ми проїжджаємо, зробимо непосередньо, чесно вам скажу, це, в принципі, не впливає. І тут теж воно на це, на якість не повлияє. Соответственно, є договори. Я вам ще раз говорю, ми ведемо завжди претензію, ми будемо тепер вести, навіть не ведемо, і ведемо, і будемо вести претензійну роботу, і будемо контролювати, і будемо привлекати, як, кстати, хочу сказати, на трасі Н-11 і Н-14, ее будут принимать, будем говорить, да, контролировать, технадзор будет, ну, будут приезжать люди с, наверное, это Австрия будет, наверное, не знаю, это будет европейская компания, которая дорожит своим именем, и которая, будем говорить, не, даже не наши это будут делать, соответственно, я очень этому рад, потому что как раз можно будет посмотреть, как они это делают, и это будет достойно и классно. То есть вы плануете у ремонте дорог застосовывать новітні технологии, так? Ну, в будущем, если мы увидим какие-то... В недалеком майбутнем, чи... Нет, мы сейчас, там... я сейчас уже рассматриваю различные варианты, в принципе, будем говорить. Смотрю множество, что есть в интернете. Советую сейчас с людьми, дорожниками, я имею в виду, и новыми, и молодыми. И, конечно же, я ни в коем случае не забываю и прислушиваюсь к старым, я имею в виду, взрослым уже, да, которые срок проработали уже большой в дорогах, потому что у них есть опыт. Конечно же, я тоже прислушаюсь с ними, прислушаюсь более молодежи, которые уже они смотрят, да, инновационно. Мне, например, там уже приносят арматуру там не железную, которая там, да, там ржавчиной покрывается, приносят уже какую-то там пластику. Ну, сейчас много-много. Я это все сижу, сейчас изучаю для того, чтобы в дальнейшем, возможно, где-то это можно было бы, будем говорить, использовать. Например, остановки, которые мне принесли, да, но они больше городские, мне уже там есть и с освещением, и все. Но надо думать, конечно, что ставить на дороге и что выживет, знаете, ну, как. А коли ви плануєте розпочати роботи у 2020 році? У 2020 році, ну, в принципі, я думаю, що як тільки дозволить погода, ми будемо продовжувати. В зв'язку з, де будуть аварійні участки, ну, аварійні, як я говорю, ями, де там Южноукраїнськ, Первомайськ, це, ну,
как говорится, сердце кровью обливалось, то такие дороги, ну, такую работу, конечно же, мы будем делать и в зимний период. Но это будет, скорее всего, подсыпка, опять же, это не будет там асфальт. Хотя некоторый асфальт можно вложить и в минус, если там есть правильная присадка. А це буде залежати лише від погоди і фінансування, чи можуть бути і інші фактори? Это будет в любом случае зависеть от погоди тоже, конечно, будет зависеть от погоди. И, ну, финансирование у нас там есть сейчас небольшие уже заключенные договора. Мы сейчас будем еще проводить определенные как бы тендера на обслуживание, будем говорить, этих дорог, где подрядчики будут обязаны, будем говорить, обслуживать и смотреть за дорогами. В будущем вообще, конечно, я хочу, чтобы обслуживание дорог было обслуживанием дорог, значит, чтобы они смотрели не так, как вот сегодня буквально мне позвонили там в сторону Баштанки или где, например, там знак, вот так лезет согнутый, уже не знаю там сколько времени, да, его кто-то сбил, и он так и остался. Ну вот много таких моментов, которые, в принципе, они должны нам сообщать, те же подрядчики, которые обслуживают. Например, те же трещины, что появляются на асфальте, их можно обработать, не надо ждать ямы. Ее можно обработать, и она будет еще жить, будем говорить, это вот участок дороги. Да? У нас как бы все дожидаются, пока мест не вырастет овраг. Ну, до этого так было. Я вам говорю, как, не только как руководитель этой службы, а как житель, да, который также ездит этими дорогами. Что, кстати, очень важно, я вам еще так добавлю, в нашей области уже, наверное, не знаю, когда последний раз, как бы последние разы, вернее, были приезжие только люди и радуют, что выбор наконец-то пал, наверное, так будем говорить, на жителя непосредственной области. От, да. До речі, що передувало вашому призначенню, Владислав? Ну, наверное, моя активная позиция. Вообще, как последние года я занимал активную позицию в борьбе за качество дорог. Я как раз-то и бегал в службу, да, где-то боролся с ними. И понятно, что ходил в кабинет, меня там, будем говорить, где-то футболили. Ну, короче, я прошел... С кем боролся? Ну, с руководством, которого сейчас нету, предыдущим, например, руководителем, который на меня уже там в одно время даже перестал трубку брать там и тому подобное. Но как бы я хотел, чтобы я боролся за качество. Вначале за ремонт, потом этот ремонт сделали, они его сделали. Он весь поплыл, потом начал бороться за качество. Я ездил в службу дорог неоднократно в Киев. Ну, вот так. Потом узнал, что вот освободилось место. В принципе, отослал свое резюме. Меня вызвали, прошел собеседование, сказали, ну, наберут. Как бы людей было очень много, скажу, там вот я приехал, я так понимаю, это был выходной день, прямо, ну, вот там я так понял, бажающих что... Бажающих на цю посаду было... Я не знаю, на эту, еще на какие... Но именно люди, я понял, что на работу приезжали, наверное, потому что, ну, это проходило собеседование. Я так никого не узнал, как бы, с области. И скажу так, я очень рад тому, что вот новая команда, ну, однозначно, будем говорить, такое изменение идет, и оно чувствуется. Потому что, например, вот даже на данном этапе человека взяли, ну, я считаю, по, наверное, внутренним качествам, да, по активности, потому что человек на самом деле, за что он переживает, а не как раньше было, ну, это ни для кого не секрет, наверное, скорее всего, что-то заносили или что-то делали. Сейчас взяли, берут людей, во-первых, посмотрели, что житель, я так, ну, мне так кажется, что это житель области, чего давно не было. Во-вторых, через резюме, через все, я как бы благодарен и новой команде, благодарен Александру Кубракову, который тоже, вот, ну, он такой молодой, амбициозный и не знаю, вот он мне тоже, так мы пообщались, я поверил, что мы однозначно вместе сможем сделать вот эту вот планку, за которую я говорил в начале передачи, знаете, и в деньгах, и в ускоренном ремонте, который не растягивает на 3 года, а сделать его за год, и вот такое. 9 грудня поточного року ви, як повідомляє інтернет-видання «Преступності НІТ», провели робочу зустріч з працівниками підприємства і поставили задачу надати вам інформацію про роботу підприємства. Владислав, чи встигли ви ознайомитись зі станом справ на підприємстві? Чи можете вже сьогодні дати оцінку? Ви маєте в виду з організаціями? Встреча, коли на... 9 грудня ви зустрічалися. Да. Ну, мабуть, там, де був переїжджав Олександр Кубраков, де нас, да, представляли, так, будемо так, говорити, да, так, так, нового руководителя, все. Значить, ну, однозначно, я зараз узнав, де яка організація, чим вони займаються, який у них був темп. Я, в принципі, все це зараз аналізую для того, щоб на будущий год мені учесть в роботі и понимать, кто может отстать, кто может не выполнить поставленную, будем говорить, задачу, и кто вообще делает качественно, знаете, а кто некачественно. Сейчас
сейчас мы ежедневно выезжали на разные дороги, ту же Н-11, Н-14, и смотрели, как они работают. Скажу честно, некоторые крупные подрядчики, у нас было такое даже, что мы притормаживали с одним подрядчиком, притормаживали работы, именно останавливали, да. С одним подрядчиком сейчас я разрываю вообще договор односторонней порядке. А, такое возможно? Да, я могу это сделать. Почему это произошло, кстати, вообще, такое, как на меня, это относительно, можно сказать, мелочь. Но вот на данном этапе в Туман, например, это не мелочь. Потому что это была сделана дорога, например, а на нее не была нанесена разметка уже где-то, наверное, порядка 3 месяца назад, ее должны были, в принципе, нанести. Как бы, когда я пришел, я об этом узнал, я говорю, все, разрываем. Как бы, я обещал и говорил, когда обращался ко всем подрядным организациям, когда мы были вот 9 числа, я всем объяснил, что все будет по-другому. Мы договорились, сделаем. Если вы не сделали, извините. Значит, будем тогда, будем говорить как-то, ну, либо искать выход, но, по крайней мере, мы должны двигаться. На данном этапе, как бы, я так понимаю, что человек не захотел, я не знаю, по каким там причинам, все, мы обращались, процес не пошло, как бы все, я говорю, значит, разрываем в одностороннем порядке. Владислав, да. І ви повідомили колектив, що можливі кадрові зміни якого характеру? Будь ласка, у нас залишається лише хвилина. Значить, в принципі, я вам так скажу, вибор однозначно, зараз вже у нас там і замістителі некоторих, будемо говорити, вони написали заявлення, ну і многое другое. У мене зараз одна к ним була просьба, що, говорю, ребята, я прийшов, я даю всім шанс нормально поработати. Я не собираюсь здесь махать шашкой, там, да, как говорят, саблей, как там, будьте со мной честны, кто нечестный, идет, будем говорить, домой, как бы. Ну, нашлись люди, которые начали вилять передо мной, если я спрашиваю за прошлую какую-то работу, ну, вот в таком формате, и мне пришлось с ними попрощаться. Я думаю, в дальнейшем, я готов, в принципе, работать с коллективом, если они перестроятся под мой лад, а я буду работать в турборежиме, и они должны к этому быть готовы. Ну що ж, Владислав, вам вдачі. Да. Спасибі, що прийшли сьогодні до нас в студії. Владислав Невеселий був сьогодні в нашій студії. Це була тема дня. Якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.